Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова я, Александр Шевчук. И я, Константин Черный. Мы с вами подошли к 16-му уроку курса C-Sharp Express, который стоит в соответствии с 7-м уроком курса C-Sharp Essential. И этот урок называется «Структуры». Скажу так, что многие программисты, они начинающие программисты, они не очень любят эти структуры, и кому-то бывает, они сложны для понимания. Но мы структуры очень детально рассматривали на полном курсе, на 7-м уроке курса C-Sharp Express. Поэтому, если вдруг вы что-то забыли, какие-то тонкости и правила, то я вам рекомендую вернуться туда, к разжеванному длинному курсу. А здесь мы кратенько повторим, что же такое структуры, где и когда они применяются, и с чем их, собственно, едят. Угу. Хорошо, Кость, я предлагаю тогда перейти к презентации, и слово тебе. Хорошо. Значит, обычная классическая структура – это некая конструкция языка, которая позволяет себе содержать набор полей различных типов. То есть изначально структура была предназначена именно для содержания каких-то данных или полей. Конечно, в C-Sharp структуры могут содержать не только поля, а также свойства, методы и все те конструкции, которые мы с вами учили. Костя, ну и мы рассматриваем на обзоре книги Стива МакКоннелла, когда же есть смысл использовать структуры. Здесь мы не будем об этом говорить, потому что здесь мы рассматриваем только особенности синтаксиса, но не правила кодирования, верно? Угу. Да, конечно же. В структурах нельзя инициализировать поля непосредственно вместе создания. Инициализация статических полей не обязательна. То есть все экземплярные поля мы не можем инициализировать вместе создания. Мы их должны инициализировать через конструктор. Хорошо, смотрим дальше. Структуры, они будут храниться в стеке. Это их главное отличие от тех же экземпляров обычных классов. И они используются для инкапсуляции небольших групп связанных переменных. Они могут содержать в себе конструкторы, константы, поля, методы, свойства, индексаторы, операторы, события, а также вложенные типы. Однако, если требуется создать множество таких членов, как конструктор, константы и так дальше, то лучше использовать тип класс, а не структуру. Да, давайте перейдем к примерам и посмотрим на особенности использования структур. Итак, первое. В структурах нельзя инициализировать поля непосредственно в месте создания. Да? То есть вот мы создаем некую структуру на 9-й строке и создаем здесь поле. Поле не может быть инициализировано в месте создания. Вот. Но зато, хоть у нас и нет никакого конструктора, мы, например, на 19-й строке просто создаем переменную instance структуры типа MyStruct, то мы все равно сможем получить доступ к филду, никакого null reference у нас не будет, потому что вот эта структура, она будет создана полностью у нас в стеке, и там будет выделена память вот это, под вот это поле. Мы туда присваиваем это значение и выводим его на экран. Если, как нам здесь советуют, мы закомментируем instance field присвоить 1, то на 24-й строке мы получим ошибку, что поле field, возможно, не проинициализировано. Да? Обратите внимание, не instance, поле field само будет не проинициализировано. Хорошо, переходим к следующему примеру. Если в структуре имеются члены, которые обращаются к полю и нет пользовательского конструктора, то требуется создание экземпляра, при создании экземпляра вызвать конструктор по умолчанию, иначе будет ошибка. Обратите внимание, у нас здесь в структуре не просто поле, а еще есть свойства и еще есть какой-то метод, обращающийся к полю. Существует риск, что при создании переменной структуры мы можем получить доступ к методу и вызвать метод WriteLine для непроинициализированного поля. Поэтому в данном случае у нас обязательно должен вызываться конструктор по умолчанию, ну или какой-то пользовательский, который обязательно проинициализирует состояние структуры перед тем, как мы сможем нормально обращаться к ее методам, свойствам и так дальше.